Что здесь происходит, Иван Иванович? Ну, это ж объясняю. Покрытие кобылы. Вот так. Но она еще, наверное, полностью не созрела. Советский тяжеловоз покрывает литовского тяжеловоза, да? Да, такие почти однородные. Иди расскажи, откуда ты. Где-то откуда ты приехал? Ваня, ты откуда, с какого района? Казах, говорит он. Да. С Украины, да, или откуда ты? Со степи. Со степи, да. Эту шапку тебе там дали, да? Ну дали. Это заслуженная шапка. Только заслуженным. Конь. Иди, тебе не видно себя тут. Ну-ка, что видно? Не подойди, надо. Под конину. Да, кони сейчас опасные. Да, им сейчас страшно подходит. Какую? На груди? Она уже затянула.